Что такое? Это немыслимо. Господин начальник, это чудовищно! Что такое? Неужели Валентайн обманут? Это противно чести и человечеству! Ему же было обещано освобождение. Я уговариваю! Молчи, Портер! Или вы забыли, что полагается за нарушение дисциплины в этой тюрьме? Я джентльмен, сэр, и я обманул. Здесь нет джентльменов. Или вы забыли, что когда тюремного аптекаря поведут вниз, его некому будет обмывать после операции? Успокойтесь, Портер. Ведь вы же хотите стать писателем. У вас другая миссия. Вы еще можете быть полезным членом общества. Я хочу вам дать повышение. Вы будете секретарем эконома. Возьмите. Это от поставщиков. Это вам прислал начальник. Ничего не может быть подлее. Ой, я трус. Проклятый трус. Да. Нужен еще конец. Сейчас будет конец. Конец. Джеймс Валентайн, не глядя ни на кого, надел пиджак и вышел в
сам в перегородку. Довольно странно. Бен Прайс повернулся и медленно пошел по улице. Жить на что буду? Ну, тогда спи с Беном. Как хорошо. Я люблю благородного Джимми. Я люблю благородного Бена. Ходила хозяину, просила, чтобы он меня принял обратно. Ну? А он накричал на меня и сказал, что я никогда нигде не буду работать. Почему? Потому что я некрасивая и худая. Сэдди, закрой дверь. Пойди сюда. Передумала? Передумала.